Несчастный случай в Камне на Оби. Сегодня на реке Суева под лед провалилась машина с тремя пассажирами. Выжил только один. Произошло это в 8 километрах от города. Мужчины направлялись на рыбалку к центру реки. Добраться до места они решили прямо на автомобиле по закрытой ледяной переправе, несмотря на то, что на реке до сих пор видны проталины. В итоге лед не выдержал веса машины, и она затонула вместе с двумя пассажирами. Выбраться смог лишь водитель. Ну, сегодня случилось пренебрежениями правилами вообще, находясь на льду людей, тем более выезд на лед у нас запрещен. Это непростые слова. Ну, например, вот эту, если протоку взять, да, тут лед везде неоднородный. И здесь никогда никто ледовую переправу делать не будет, потому что где-то ключи, где-то течение. В данном случае вот вышла наледь. Сейчас в Камень-на-Оби из краевой столицы направляется отряд водолазов. Они поднимут тела погибших со дна реки. Машину же удастся достать не раньше, чем окрепнет лед. Спасатели края в очередной раз предупреждают жителей быть предусмотрительными и соблюдать правила личной безопасности.